Всем привет, ребята, с вами Филаор. Сегодня я хочу вам показать игру под названием Undertale. Это фан-гейм-игра, сделанная по Undertale. И нет, это не копипаста, как многие могли бы подумать. Это оригинальная игра. По мотивам, да, но она по мотивам. Много вещей делается по мотивам, а это игра по мотивам. И она не такая уж и плохая, я вам скажу. Я даже скажу по-другому, она очень клёвая. Мне она очень понравилась, поэтому я решил поделиться ею с вами. Undertale. Это визуальная новелла, если что. Но очень, по крайней мере, на неё похоже. И это не завершённая версия, бета. То есть, просто показать её вам, потому что вы должны это заценить. Это реально прикольно, это очень круто. Начинаем. Я в неё уже так как начинал немножко играть, потому что... Я волнуюсь очень сильно, чтобы... Дело в том, что игра на английском, и мне придется ее переводить на ходу, а это довольно-таки немножко волнительно. Потому что я не знаю английского. И сегодня я буду очень сильно отмачивать коры в этом плане, и меня кое-кто побьет наверняка завтра. Полина, привет. Начинаем. Резет. Резет, потому что на начало. Undertale. Заставка очень сильно напоминает мне заставку из игры Daggerfall. Очень, по стилистике очень похож. Здесь нас предупреждают, что в этой игре могут содержаться вспышки, поэтому эпилектикам стоит два раза подумать, чтобы меня смотреть. Я опасный парень. И еще одно предупреждение. Да, вот оно. Говорится, что это все-таки ранний доступ, и в игре может быть что-то упущено, недоделано или сломано, но мы будем это иметь в виду при прохождении. Все-таки мы же зацениваем, а не проходим ее, верно? Посмотрите, какая графика. Undertale by Manionite, Undertale by Tubbypox. То есть, чувак очень хорошо хочет засветиться, видимо. Даже вот наверху у него написан адрес YouTube-канала. Если кто захочет, тот может зайти, посмотреть. Я не знаю, буду писать ли это в аннотациях, хотя не знаю. Я в аннотациях напишу, где можно скачать эту игру и поиграть в нее, если что. Потому что она стоит того. Вы посмотрите только, какие спрайты персонажей. Это очень классно сделано, очень клево. А давайте поговорим с кем-нибудь из них. Давай, например, с Сансом. You ready to go, kid? Санс очень хорошо прорисован. А, ты готов идти, малыш? Alrighty. Bro, they're ready. Let's go. Здесь очень хорошая озвучка в этой игре, между прочим. Поэтому давайте так. Я буду давать вам послушать вначале оригинал, а уже потом буду говорить хотя бы, что примерно они хотели сказать. Чтобы вам было понятно. Отличненько. Бро, он уже готов. Пойдемте. You are wonderful. Между прочим, озвучка именно Папируса здесь просто наивысочайшая. А, действительно? А, замечательно! Okay then, let us proceed! Come on, Sans! Ладно, давайте продолжать! Быстрее, Sans! Alright then. А, ладненько. Are you positive you three nerds can handle this by yourselves? А, эх, вы трое позитивных... Нёрда, нёрд, нёрд. А-а-а, надо вспомнить, что означает нёрд. Ботан, по-моему, да. Вы трое позитивных ботанов справитесь там сами? Not to worry, Undying. I, the great Papyrus, will be there to defend them should something go awry. Не переживай, Undying, я, великий Папирус, сделаю все, что в моих силах, чтобы ничего не пошло прахом, наверное, как-то так. I know you're more than capable of protecting them if anything bad were to actually happen, Papyrus, but... Я верю в то, что ты можешь защитить их, и то, что на тебя можно положиться, Папирус, но... Wowie! Do you really mean that? Вау, ты действительно так думаешь? You're such a nerd, of course I mean it. Эх ты кусок ботана, конечно, я так считаю. Вздох. Я не знаю, зачем прописали вздох. You want to go alone? Что? Что такое? Ты хочешь идти один? You could get lost, you might fall, you could hurt yourself, you... Ты можешь пропасть, ты можешь упасть, ты можешь покалечиться, ты... I think they'll be fine, Papyrus. Я думаю, все будет нормально, Папирус. Undyne's right, Paps, they'll be fine. Try not to worry so much, huh? Undyne права, Пап...
Андайн права, Пеп, все будет нормально. Главное, не так сильно волнуйся, лады? Oh, all right. But if anything bad happens, just yell and we'll be right there. О, ну ладно. Но если что-то произойдет плохое, то знай, что мы всегда здесь. You'll be all right, kid. Just be careful. I really don't think this flower can be saved, you know? Все будет нормально, малыш. Просто будь осторожен, ладно? Я не думаю, что тот цветок смог выжить, ты понимаешь? Now go on, Slugger. I believe in you. Ладно, салага, иди, я верю в тебя. Там было написано, что персонажи, когда ты с ними разговариваешь, могут сказать больше, если ты будешь с ними непосредственно тыкать на них. Давайте попробуем еще раз. Hey, kid, what's up? Эй, малыш, в чем дело? Давайте посмотрим, как вы втроем поживаете. We couldn't be better, kiddo. And it's all thanks to you. Лучше не бывает, парень. И все благодаря тебе. Sans is right. Oh, I'm so glad that you almost fell to your death and met us, human Frisk. Я слышал, вот прям можно было услышать, как он прослезился. Санс прав. Я так рад, что ты не умер и встретил нас, человек Фриск. You might want to think of a different way to word that, Peps. Знаешь, Пепс, ты бы мог выбирать и другие слова для того, что хочешь сказать. Hey, kid, what's up? Эй, парень, в чём дело? Так, ладно, хорошо. У нас есть еще один вариант. Это... Что случилось с Андайн? А что с ней случилось? По-моему, она выглядит отлично. Смотрите. Реально, очень... мне вот больше всех из них нравится, как прорисована Андайн. Посмотрите вот только на нее. В ней появились какие-то новые нотки. Но, то есть... не знаю, у нее появились красивые волосы, то есть она их как-то уложила, и наряд у нее поменялся. То есть, реально то, что она начала встречаться с Альфис, пошло ей на пользу. Это... Да. Я постараюсь вначале включить это дело, чтобы вы не забыли. Эта игра идет как бы событиями после официальной Undertale, поэтому... Спойлеры! Будьте аккуратны! Ладно. Что случилось с Андайн? Давайте. You remember? You helped her burn her own house down, kid. She's been staying with us. Ты что ли не помнишь? Ты помог ей сжечь ее дом дотла, парень. А теперь она остается с нами. Undyne's great. Sometimes she sneaks into my room at night and throws me out of the window as a training tactic. Андайн замечательно. Иногда она проникает в мою комнату посреди ночи и швыряет меня через окно. Это так тактически... Это такая тактическая тренировка. It's both fun and educational. Нам обоим весело и познавательно. Your couch totally sucks, but it's better than nothing. Не знаю, как переводится couch, но, наверное, кровать или что такое. Их кровати на самом деле очень сосут. Но это лучше, чем ничего. Hey, kid, what's up? Я думал, они как бы, ну... All right, then. Все, ладно, never mind, в смысле, все, не важно. Я не понял, почему, как бы, ну, это... Ты не живешь с Альфис, вы же теперь как бы встречаетесь. Ладно, yeah. Давайте поговорим с ним. Что ты слышала от Альфис конкретно? Наверное, как-то так. Actually, yeah. Ну вообще-то да. We've been talking on the phone together every single night for hours since you... мы теперь разговариваем по телефону вместе каждую ночь, часами. Все с того, что ты, Thank you, by the way, общем... for... You know, it means a lot to me. To Я забываю. Это очень мило, я хочу, чтобы вы это послушали, но я не знаю, когда именно они останавливаются, потому что они делают такие иногда большие паузы, что просто обосраться. Спасибо тебе за все, но ты знаешь, это очень важно для меня и для нее. Aww, Undyne! That's really sweet of you to say to the human. О, он такой чувствительный, такой в каждой бочке затычка. Андайн, это так мило, что ты хочешь об этом рассказать человеку. Наверное, о своих чувствах он имел в виду. Здесь мы пройти не можем, мы можем идти только туда. В этой игре не предусмотрена вертикальная синхронизация, поэтому если кто-то видит небольшие глюки в изображении,
то извините, я не знаю, как их убрать. Я пробовал. Я честно это пробовал. Теперь мы возвращаемся назад. То есть, если в оригинальный Undertale... да, я буду говорить Undertale, потому что мне нравится говорить на Undertale, ладно. В оригинальный Undertale, или Undertale, мы шли в обратном направлении, а теперь мы идем задом наперед. И я думал, Тариэль закрыла это место, то есть теперь никто, чтобы никто не мог пройти в мир монстров. Ни один человек. Тогда почему тут все открыто? Я не понял. Ладненько. Тем не менее, все, включая комнаты, здесь закрыто. Это любопытно. Почему? Она, наверное, просто не то имела в виду, наверное. Это телевизор? Прям нарисован, как будто телевизор. Или холодильник. Видать, кто-то к ней переехал. Возможно, Асгор? Как знать. Однако, учитывая расположение замка Асгора, который находится в очень живописном, красивом месте, нежели какие-то подземелья около дырки, ну, можно было и пригласить свою бывшую жену жить к нему, потому что, ну, как бы вы теперь хотите помириться? О, боже мой, здесь такой беспорядок, сказала нам Тарель. Так, Тарель, подожди, я помню, ты для меня всегда должна перехватить хавчик. Да, естественно. Почему я не могу взять хавчик? Я хочу хав... естественно, здесь нет ножей. Так я и не искал нож. Я хочу есть. Андайн. Какая Андайн? У меня в голове иногда путаются слова, так что... Вы этого не видели, хорошо? Все, этого не было. А если это и было, то вы будете недоумевать, почему этого не было. Так, Тарель, я жрать хочу. Вот ты где. Papyrus just called and told me to expect you momentarily, my child. Папирус только что мне звонил, чтобы сообщить первым, что ты идешь ко мне, мой ребенок. He also loudly explained to me about what you were planning on doing. And you have my blessing. Он также рассказал о том, что... Что о чем вы за... Он также рассказал, что вы хотели сделать вместе и... Получи мое благословение. I am confident that you can more than handle yourself, as you have indeed proven to me many, many times before. Я-то знаю, что ты можешь позаботиться о себе сам, и ты мне это доказывал много-много-много раз раньше. Just do be careful with that... Кретин. Что? Это как-то не входит в понятие Ториэль в моем смысле, то есть... Просто будь осторожен с этим... кретином. Либо я не знаю значения слова кретин, либо тут действительно написано кретин. То есть, я думал, что они... С Папирусом и Сансом как бы неплохие такие друзья. Почему она называет его кретином? Не, ну хотя он... Ладно, он дурашка. Не, он не кретин, он дурашка. Он милая маленькая дурашка. Которая под 2 метра ростом. You should inform Papyrus that we are not tiny and living inside of his phone. И ты можешь, пожалуйста, сообщить Папирусу о том, что мы не маленькие и живем по ту сторону его трубки. I do not have the heart to tell him that myself. Я сильно постесняюсь сказать ему это лично. Ага. Видать, когда Папирус звонил ей по телефону, он просто орал в трубку, не знаю, что у Тарель уши вяли, поэтому, ну ладно, хорошо. Мы ему обычно должны сказать, но я не знаю, встретим ли мы еще его здесь. Это тыква, посмотрите на нее. О, это такая милая тыква. Это тыква в виде той паучихи. Возможно, она сама ее вырезала. Тут же все-таки живут ее, как бы, помощники. То есть в этом подземелье, если мы помним, в самом начале игры, здесь жили пауки, которые продавали... Которые продавали всякие шняшки, и мы тоже могли это купить. Чего? Он выжил. Блин, ребят, он выжил. Я надеюсь, сейчас ничего не произойдет плохого. Хотя, смысл играть в игру, где ничего не происходит, верно? Так, ладно, давайте подойдем. Don't you have anything better to do? Ты ничего умнее не придумал, чем прийти сюда. You really shouldn't have come back here.
What do you want? Ты действительно не надо было сюда приходить. Чего тебе надо? What? You still want me to come with you? Что? Ты до сих пор хочешь, чтобы я был с тобой? It'd probably just be best to leave me behind, Frisk. Тебе, естественно, лучше оставить меня позади, Фриск. You've seen what I'm capable of. It's only a matter of time before I... Это выглядит очень странно, наверное. И это не имеет значения, ведь в том времени, когда мы, ну, когда... You really are an idiot, aren't you? Ты и правда идиот, не так ли? Фриск, зачем ты съел Флауи? Я как бы понимаю, у вас такая сцена была, но не надо же доходить до рукоприкладства. Мы получили палку, которая автоматически экипировалась к нам. Экипировалась. Вы можете на нее посмотреть. Здесь сундучок, надо его открыть. Мы нашли монстра-конфету. Замечательно. Так, сюда нельзя пройти. Я не понял, а куда делся Флауи? Так, сюда мы тоже теперь не можем пройти. Ну ладно, пойдемте. Куда? Куда есть ход? Туда и пойдем. Фриск! Фриск! Ага. Ага, ты просто переместился. I don't understand. Я не понимаю. We were talking, and then you just... You were gone. Мы разговаривали, и ты... И ты просто исчез. То есть это мы исчезли, а не Флауи. Любопытненько, ладненько. Stop looking at me like that! I'm not sure what happened! Хватит посмотреть на меня такими взглазами. Я действительно не знаю, что произошло. I can assure you, I didn't do anything to cause this. Я заверяю тебя, я не имею к этому никакого отношения. This time, anyway. Ну, в это время, по крайней мере. Look, relax. Let's see if anything has actually changed first. Ах, послушай, да успокойся ты. Давай-ка посмотрим, что тут изменилось в первую очередь, ладно? Go on, I'll meet you up ahead. Ладно, давай, ты иди, а я буду за тобой. Эй, ты куда пропал? Блин, я хочу, чтобы ты путешествовал со мной, а не... Ой, здравствуй. Тут еще одна, да, монстр-конфета? Естественно. Stay on the path. Я не знаю, как What's the matter? Can't read? В чем дело? Не можешь прочитать? Откуда ты знаешь, что я не могу это прочесть? Ты маленький кусок травы. I could probably get away with saying anything I want to you. Не смейся таким демоническим смехом. Не смейся таким. Не надо. Я знаю, что теперь ты не такой, и у тебя нет силы. Так что не надо меня пугать. Хотя знаешь что? Я могу... как бы... рассказать, что я думаю о тебе что-нибудь? Наверное, как-то так это переводилось. Я знаю, вы наверняка лучше знаете, как там переводится, и можете... That's not the right switch, you idiot! Вы, конечно же, наверняка знаете лучше, как это переводить, потому что вы в этом разбираетесь. Если что, можете поправлять меня в комментариях. Я не против. Просто пишите и поправляйте. Но лучше без лишней матершины, потому что я чувствительная личность. Ладно. Извини, пожалуйста, что ты делаешь? Это не тот рычаг, идиот! А ладно тебе! Вот этот рычаг, да? Да, это был он. Да, это был он. Отлично. Мы идем дальше. Что ты нам в этот раз скажешь? Будь осторожен, Фриск, не делай ничего тупого. Who am I kidding? Of course he'll do something stupid. О, кого я обманываю? Ты точно сделаешь что-нибудь очень тупое. Эй, хорошего ты обо мне мнения. Я вообще-то тебя победил. Я вообще-то круче тебя. Не. Он ведет себя как маленький ребенок. И... что у нас тут? Воу. О-хо-хо-хо-хо. Я помню, но здесь очень все красиво детализировано и артистично, от слова арт. Очень красиво нарисовано, между прочим, арт. Так, как здесь пройти, я очень плохо помню, поэтому, если что, извиняйте, я перепройду. Как-то вот так, наверх? Я угадал!
Я помню. Хотя тут очень сложно, как бы, не запомнить. Так, монстр-конфета. Ладно. Мы возьмем одну. Я знаю, что можно взять больше, но... Мы с вами тут играем за хорошего персонажа и не будем брать больше одной, если нас попросили не брать больше по одной. А, я упал. О, отлично, игрушечный нож. Какой-то он странный, там что-то написано. Wish earn rice. Я не знаю, как это переводится, опять же. Наверное, это несколько слов, просто как бы смещенных в одно. Meanwhile, тем временем. Ну и что же... Sans! Give me a status report! Sans, иди доложи мне рапорт! Вау! А вы могли меня к этому подготовить? Ага, ага. Значит, в этой игре будет использоваться концепция параллельных реальностей. Или АУ. Очень красивые арты, серьезно. Они такие разные. Они, по идее, должны быть очень похожи, но они такие разные. Это моя... Мой патрульный путь. Папирус мне голову снесет, если я сбегу. Ладушки, хорошо, пошли к Папирусу. Так, это кто? If it isn't Augie, you little shit. О, это не Огги случаем? Ах ты, маленький кусочек дерьма. Sans? Shouldn't you be patrolling? Разве ты не должен патрулировать? Sorry. Он такой страшный здесь. Папирус, я имею в виду. Смотрите на него, он такой серьезный. Да, прости. Ладно, давайте поговорим с ним. Everything's perfectly, peachy, as far as I can tell. Все замечательно. Ну, насколько я могу говорить. Very well then, Sans. You may continue your patrol. Let me know if you need to ask me something important. Ладно, Sans, ты можешь продолжить свой патруль. Доложи мне, если ты заметишь что-то очень важное. Для меня, наверное. Yeah, there is actually. How you holding up, bro? Ладно, хорошо. Ну, так, как ты тут поживаешь, бро? Sans! I just wanted to know how you were doing! Freaking chill! I'm just concerned, alright? Я просто хотел узнать, как ты тут поживаешь, хорошо? Ёбаный придурок! Я просто... Успокойся, ладно? I know. Я знаю. I'm fine, Sans. I'm more concerned about how you've been waking up from sleep screaming recently. Я в порядке, Sans. Я больше беспокоюсь, почему ты кричишь по ночам, когда спишь. Yeah, don't worry about that. Да, не волнуйся об этом. Это все в порядке. Ладно, мы еще... У нас было сообщение, что можем еще с ним поговорить. Yo, boss, can I ask you something? Эй, босс, я могу что-нибудь спросить? Make it quick. Давай поживее. В чем дело, босс? Ты выглядишь немножко... сконфуженным. Oh, what's the matter, boss? You look a bit confused. I was attempting to recall if you failed to feed Doomfanger this morning, Sam. В общем, я точно не знаю, как это перевести, но, по-моему, тут Sans облажался этим утром. So tell me, did you fail to feed him? Он кого-то должен был покормить. Yeah. И облажался. Да. Is that your attempt at an attitude, Sans? Ты же знаешь, что это твои обязанности, Sans. You're damn right it is. You brought him in, it's your job. Said I fed him this morning, so screw off! Да, действительно, это так. Если... Если так подумать, это твоя работа. Я сказал, что покормлю его этим утром. Так что пошел в жопу. You're right, Sans. I'm sorry. You do great work for me. I don't say it enough. Ладно, Sans, я извиняюсь. Ты делаешь... Хорошую работу для меня. Я не должен просить большего. Make it quick. Ладно, давайте пойдем дальше. Never mind. Whatever. Хотя нет, подождите.
Там Yo, было что-то boss. Про Undyne. Make it quick. Что ты слышал об Undyne? Have you heard from Undyne recently? No, not since she was cast out of the Royal Hand for her betrayal. Нет, я ничего не слышал с тех пор, как она ушла из... из стражи. И сделала свой бет-рояль. You thinking maybe she's gonna be a problem for us in the future, boss? Ты думаешь, у нее могут быть проблемы в будущем, босс? No doubt. She still rather upset at us. А, нет, я так не думаю. Она очень храбрая. Как... как двое нас вместе сложенных. Я ладно, Make не it знаю. Quick. Ладно. Never mind. Whatever. Все, ладно. Пойдемте дальше. Смотри, как преобразилась эта тыковка. Она тут была другая раньше. А, чего такое? Hey, Boss, I thought I saw something down the road, so I'm gonna continue my patrol now. Hey, boss, я хотел спуститься дальше по дороге. Это же продолжение моего пути патрулирования, да? Верно? I expect a full and detailed report from you, Sans. Я ожидал, что ты облажаешься, когда будешь рассказывать о деталях своего рапорта, Sans. Okay. Ладно. А, или он так сказал, не облажайся в этот раз, когда будешь говорить о деталях. Да, наверное, как-то так это звучало. А, так, идемте дальше. Мы сломали опять эту палочку, только уже с Сансом. Ладненько. И теперь мы играем опять за нас. Я так, знаете, могу идти запутаться, куда мне идти и что делать. Это было жутко. Тут никого нет. Ладно, пойдемте дальше. Эй! You! Human! Эй! Ты, человек! Get behind me! Now! Встань! За меня! Сейчас же! Ладно, вот так вот. Don't move. Не шевелись. Sans! What is it that you have found? Sans, что ты там нашел? Nothing. Just my eyes playing tricks on me. А, да, ничего особенного. Просто мои глаза меня обманывают. Sans! Sans! Look, scram already! I told you, I made a mistake! Relax, okay? Слушай, заткнись ты уже, ладно? Да, я признаю, что совершил ошибку. Успокойся, ладно? Very well then, Sans. I believe you. Я верю тебе, Sans. Хорошо. Отлично. Perhaps... I've been a bit too rough on you lately. I apologize, Sans. Возможно, я был сильно строг с тобой раньше. Я извиняюсь, Sans. Now go home and get some rest. А теперь иди домой и приготовь обед. We'll pick this up tomorrow, bright and early. Мы продолжим патруль завтра. С самого утра и рано из самого утра. Ох, вот музыка заиграла, смотрите-ка. Welcome to the underground, kid. Добро пожаловать в подземелье, малыш. That was my brother Papyrus. He's what you might call a human hunting maniac. Это мой брат Папайрус. Или как он может себя называть? Маньяк охоты на людей. He might be a bit of an issue. But I promise, he won't hurt you. He's got a good heart. Хоть он себя так и называет, но я тебе обещаю, он тебя не тронет. У него доброе сердце. Look, I don't know how you got yourself into this mess, kid, but it ain't safe for humans around here. Слушай, я не знаю, как ты путался в эти проблемы, малыш, но это не самое безопасное для людей место. Ты просто там встанешь и все, да? То есть мы можем с тобой еще поговорить? Да? А что будет, если Папирус все-таки меня поймает? Hey, don't you worry about Papyrus, alright? He just lets things get to his head sometimes. Kinda like me, I guess. Эй, слушай, не волнуйся насчет Папируса, ладно? В его голову иногда взбредают всякие мысли порой. Но, как и мне, собственно, я полагаю.
I'll handle that if it comes down to it, kid. Just relax, okay? Я буду неподалеку, если что, от тебя, малыш. Просто расслабься, лады? Yeah. А, отлично. All right, let's go. Ладно, пойдем. Странно, что я, как я понял, это альтернативная реальность нашей Undertale. То есть тут все злые, в отличие от нашей реальности. Почему он все-таки нам хочет помогать? То есть, ну, как бы это очень мило, то что даже в злой реальности Санс остается Сансом. Он остается добрым. Это очень мило. We should probably ignore this insignificant moron and keep moving, Frisk. Мы с тобой должны... Мы точно должны с тобой проигнорировать этого отсталого идиота и продолжить дальше наш путь, Фриск. Seriously, Frisk, he's just gonna slow us down. Серьезно, Фриск, он просто нас затормаживает. Hey, yo, who's the talking weed? Hey, yo, что за болтающая трава? Shut up, smiley trash bag. Заткнись, улыбающийся мешок с дерьмом. Smiley trash bag? What the hell is your problem, plant? Улыбающийся мешок с дерьмом? Что за хуй... Что... У тебя проблемы, растение? You. Ты. Этот звук я не буду повторять. Oh, you've got some freaking nerve, you little weed. Why are you not... Ты меня, блядь, раздражаешь, ты маленькая трава, я тебе сейчас... Do what? Just what do you think you could possibly do? Ты сделаешь что? Да что ты вообще можешь сделать мне? Do you really wanna know, buddy? Huh? Ты действительно хочешь знать, парень, а? Whatever. Да неважно. Ладно, он слился. Нормально. Я-то думал, будет сейчас эпичный батл, развернется, и мы можем посмотреть, как дерется Флауи versus Санс этой реальности. Но мы не можем. Записная книжка папируса. Ты нашел лорный предмет. И твое HP было увеличено на 1. Ура, у нас увеличились жизни, наверное, да? Мы же будем сражаться, получается. Hey. Do you have a name, kid? У тебя есть имя, приятель? А, да, есть. А, я не могу с тобой поговорить. Ну, блин, ладненько. Пойдемте дальше. Смотрите, он ходит с битой. Этот Санс ходит с битой. О, это так прикольно. У него вставленный зуб, и он ходит с битой. Это прям так круто. Воу. Да, бэкграунды здесь тоже очень хорошо прорисованы. Ну, хотя бы, как бы... Очень живописно! Очень живописно, хотел я сказать. Ну вот первая ошибка. Ладно, я сейчас перезапущу игру, и все будет хорошо. Не переживайте. Так, ребята, хорошо, что мы сохранились в прошлый раз. Теперь мы можем продолжить с этого момента. Отличненько. Да, вот как раз лорный предмет мы взяли. Так, он повысил нас 1 хп. И идем дальше. Hey, do you have a name, kid? Так, вверх мы уже ходили, так что давайте пойдем сюда. Это предупреждение, что Undertale является фан сделанной игрой, и она может быть не канонной, поэтому, если что, не обижайтесь на нее. Так что, вот так вот. И... Что, ну, собственно, примерно продолжение того же, что это может быть как-то не канонно и очень странно выглядеть, так что... Ой, опять эта палочка. Что за фигня? You're in the Doodle Sphere. You can travel to just about any sort of alternate universe from here. Так, насколько я помню, это Ink Sans. Это Sans, который умеет призывать других Sansов из параллельных вселенных. Я немного в этой теме. Я очень плохо разбираюсь в этом, но это точно. Это параллельной вселенной являются другие игры Undertale. Я встречал их раньше. Я думал, что они все одинаковые, только различаются по спрайтам, но, как оказалось, нет. Они все разные. Они все разные, каждый имеет свои уникальные способности. Хотя по скриншотам этих игр так и не скажешь. Ну, ладно. Вы сейчас в Дудл-сфере. Вы можете путешествовать в альтернативные реальности отсюда?
Isn't it cool? Разве это не круто? Yeah. Да. Yo, what the heck is up with this guy's outfit, huh? Эй, чё у этого парня с одеждой, а? Why? What's wrong with it? Что? Что не так? Nothing. I was just saying how flashy it is. Yeah. Нет, ничего. Я хотел сказать, что она довольно-таки яркая, да. Oh, thank you. О, спасибо. Anyway. В любом случае. We're going to need more help, and I know just the two to ask. Вы двое нуждаетесь в помощи, я знаю двоих, кто может вам ее предложить. Follow me. За мной. All right, let's go. Ладненько, пошли. Ой, какой у него страшный спрайт. То есть, он же выглядит не так, у него не мигают глаза. Давайте сохранимся. Хорошо, тут расположены сохранялки везде, потому что, как мы поняли, игра может вылететь просто в рандомный момент. Еще один лорный предмет. И еще один... Brothers Tombstone Case. Я не знаю, что yeah? это такое. А, да. А, что такое Echo? An Echo is... well... It's just an alternate universe of sorts. Echo это... ладно. Это... просто сортировщик альтернативных реальностей. Sorry, that's a really lazy explanation. It's just hard to describe what they are exactly. Извини, я знаю, что это очень ленивое объяснение, но просто я не знаю, как... Это очень сложно объяснить на самом деле. Yeah? Ладно, never mind. Okay. Ладненько. Пойдемте дальше. Тем временем. О, это вы. Эй. Я почувствовал, что код где-то поблизости. Я почувствовал это тоже. Сигнал слабый. Должно быть, он прячется. Если у нас будет эта сила, тогда я смогу. Мы будем непобедимы. I'd watch your mouth if I were you. Remember who's in control here. Следи за своим языком, когда говоришь о себе. Вспомни, кто контролирует это место. Whatever. Да неважно. Ой, секундочку. Перерыв на чаёчек. Хорошо. Так, я не знаю, как Санс какой-то параллельной вселенной, но похоже это Ассасин Санс. То есть, у него повязка на рот, у него кровавый глаз, и за ним ходит какой-то приспешник. Видать, это его, не знаю, кахай, или как это называется, помощник, или типа того. Так, нам наверх, да? Просто наверху раньше ничего hey, не you. Было, и... Воу. Yeah, you. Hey, ты, да, да, ты. Angry little whatevs in the weird outfit. Seriously, how are you walking around in that thing? Эй, злой малый, ты в странной одежде. Серьезно, как вы можете ходить здесь вообще в этом? Great. Another freak. What could you possibly want? Ах, замечательно. Еще один фрик. Что тебе надо? I sincerely hope you're not planning on causing any trouble, brah. Я просто смотрю, чтобы ты не натворил глупостей с нашими братьями, брат. Или бра. Бро. Stay out of my way, and there won't be any trouble. Understand? Не стой на моем пути, и тогда у тебя не будет проблем. Ты меня понял? Whatevs, yo. Да насрать вообще, йо. Ладненько, хорошо. Воу! А теперь это... Теперь это лес? Теперь это хороший, красивый, невыжженный лес? Это интересно. Ага. Они такие разные. Давайте опять сохранимся. Что у нас был этот диалог. Мало ли на что он повлияет. Так. О, а ты кто у нас? Ты еще один Санс? Ой, смотрите, тыковка тоже поменялась. Так. Ask this idiot if he's seen anything. Спроси этого идиота, видел ли он что-нибудь здесь. Any sort of information could prove valuable to us. Любая информация будет для нас полезна сейчас. You. Ты. Well, hello there. You're a new face. О, привет. Ты же новое лицо.
Well, not a new face, I mean... You know what I mean. Не новое лицо, так-то. Но ты понял. Ты понял, о чем я говорю. Has anyone strange passed through here? Кто-нибудь странный проходил здесь уже? Well, no. Just you. Hey, can I ask you something? Да нет, только ты. Кстати, можно я тебе кое о чем спрошу? Make it quick. Давай быстрее. I just wanted to know if you were friends with Ink. Я просто хотел узнать, ты не один ли из друзей Инка? That's actually none of your business. Это вообще-то тебя не касается. Oh, okay. Sorry. Ладно, извини. Понял. Значит, он недолюбливает Инка. Еще один лорный предмет. Да, вот мне только сейчас дошло. А чей ХП увеличивается? Нашего персонажа Фриска? Или их ХП увеличился? Или мы будем играть сразу за нескольких? Это любопытно. Прикольно, он сейчас как-то перешел так. Так просто, наверное, получилось. Что тебе надо? You're on your own, Cross. Только тебя, Кросс. Не дай им обоим нас убить. If it isn't my old friend. Hello, Ink. Это же мой старый друг. Привет, Ink. Have you come to try and stop me again? It won't end well for you. I promise. Ты снова пытаешься меня остановить? Если ты этого сделаешь, то это будет последний раз для тебя. Я обещаю. Hey, we're not looking for any trouble, Cross. Hey, да мы не ищем никаких проблем, Кросс. Error is back, and he's more active than ever. Ошибка вернулась. Давайте я буду ее так и называть. Получается, что это тоже персонаж, и это имя его, поэтому я буду называть его Error. Эррор вернулся. И теперь он более активен, чем раньше. Kind of тебе меня не провести. Is, потому что, если это произойдет, я смогу все восстановить. I need your help. We need your help. Я нуждаюсь в твоей помощи. Мы нуждаемся в твоей помощи. What do I get out of it? Я не вижу никаких предпочтений на то, чтобы помогать вам. Что мне-то с этого будет? If he keeps destroying universes, you'll never get your world's code back. Or a human soul. Если он продолжит уничтожать миры, то и твой код мира сотрется. И человеческая душа. Or at least, not anytime soon. Или, ну, может быть, не прямо сейчас? Fine. Ладно. Once error is defeated, I want no further association with any of you. Как только error... Не, давайте будет ошибка. Как только ошибка будет устранена, я не хочу не иметь ни одного отношения с вами, с каждым из вас. This, I'll destroy you. Если кто-нибудь из вас попробует подойти ко мне ближе, в следующий раз... Я уничтожу его. Это мои условия. Понял? Good. Хорошо. Ink. О. I see you've brought friends. О, блин, какой у него стрёмный голос. Прям просто ужасно бьет по ушам. Инк, ты привел с собой друзей? Это ошибка, да? Вероятно. Да, на нем прям так и написано. I highly suggest you turn around and leave before things get ugly. Я очень надеялся, что вы развернетесь и уйдете до того, пока тут станет все отвратительным. No, Error. We can't let you continue to run rampant. Нет, ошибка. Мы не сбежим от тебя в этот раз. You know what? I'm gonna have to make my intentions very clear to all of you. Знаете что? Я продолжу делать то, что делал в отношении каждого из вас. What the hell's going on? Чё за херня происходит? Hey! Don't you ignore me! Эй, не игнорируй меня! Yo, I oughta knock your teeth in, you cocky son of a bitch!
Неплохо, неплохо. Йоу, я разобью тебе зубы, ты хуев сын... Потому что не закончил фразу. Но Коки-сан, это... О, вообще, это как-то... Это так мерзко звучит. Заткнись! What the hell? Let go of me! Что? Что происходит? Отпусти меня! Don't struggle, filth! You're only gonna make this more annoying for me. Хватит там притрепыхаться! Ты не можешь еще быть более доставучим для меня? Stop that! You're going to hurt him! Перестань! Ты же делаешь ему больно! Good! Блин, какой же у него стрёмный смех. Хорошо! И он посмеялся. You're sick. Да ты больной! If you're going to hurt someone, hurt me instead! Если ты будешь делать кому-нибудь больно, не делай, сделай мне! What's the matter? Aren't you scared? It's Halloween after all. В чем дело? Ты напуган? Это же все-таки Хэллоуин в конце концов. Error, please. We can talk about this. Ошибка, пожалуйста, мы можем поговорить об этом. I gave you your options, and talking wasn't one of them. Я выберу ваши варианты и поговорим о них. И поговорю о них не с каждым из вас. Или как-то так. Ты не можешь уничтожить все эко. Каждый эко. Если ты уничтожишь одно, у двоих не будет места жить. It's just not feasible, even for you. Don't you see? Это же непереносимо даже для тебя. Ты что, не понимаешь? Oh, yeah. Don't think I can. О, правда? Ты думаешь, я не понимаю? Watch me. Смотри на меня. No, no, no. What are you doing? Нет, нет, нет. Что ты делаешь? You! You're coming with me. Ты пойдешь со мной. Please, you don't have to do this. Пожалуйста, ты не должен делать это. Stop that! It hurts. Human, please help me. О, это, останови это больно. Человек, пожалуйста, помоги мне. Почему он просит нас помочь? Мы же просто человек, мы же там стоим. Тут куча сансов, которые очень сильные. Почему он их не попросит? I don't have time for this. У меня нет времени для этого. О, my God. О, мой бог! Он его убил? Он его что, правда убил? What? You? What are you doing here? Что? Ты? Что ты здесь делаешь? How are you in this universe? I don't understand. Как ты попал в эту вселенную? Я не понимаю. You fascinate me. Ты заинтересовал меня. Kid! Парень! Oh, look at that! It's taking it like it's a champ! Вот только посмотрите на это. Привязан как маленький щенок. Come along now. I promise you're going to feel right at home. О, ну пойдем же сейчас. Я обещаю тебе, что приведу тебя прямо домой. No! Нет! Он что, нас убил? Риск! Долбит по мозгам. Сильно. Easy. Легко. As for the rest of you, stay away from me. And out of my way. Это касается каждого из вас. Не стойте у меня на пути и уйдите с дороги. That means you too, Ink. Это касается и тебя, Инк. Cross was right. You're sick, Error. Кросс был прав. Ты больной, ошибка. Я...
Я... Ты! Он что-то выпил. I've had enough of this. С меня хватит. I thought we could work this out. I thought I could save everyone. Я думал, что мы можем работать вместе. Я думал, я смогу сам спасти всех. You'll regret what you've done here. You need to be destroyed. Ты пожалеешь о том, что сделал. Ты должен быть уничтожен. Воу! А, смотрите, он струсил. О, курица. Ошибочная курица. Тебя нужно было назвать курица, Санс, а не ошибка. Добро пожаловать в мой маленький рай. Or what it's actually called. The Anti-Void. Или как он на самом деле называется? Anti-Void. It comes with everything you need at home. Even the endless abyss of despair. Тут есть все для того, чтобы ты мог жить как дома. Даже бесконечная бездна и отчаяние. I'm scared, human. I just want to go. Я напуган, human. Я напуган, человек. Я просто хочу домой. Hey, we can work this out. Please, you don't have to do this. Эй, мы можем работать вместе. Работать вместе. Пожалуйста, я не хочу быть здесь. Just let me go, please. Просто отпусти меня. Пожалуйста. Stop talking. О, заткнись. Look, I'm not much for chit-chat, so let's get this out of the way, shall we? Я не понял эту фразу вообще. Я не знаю, что такое чит-чат. Наверное, что... Послушай, я больше не буду читерить. Так что давай-ка... Уйди с моего пути, ладненько? Now then, once I finish up here, I want you to relay a very important message to Ink. Understand? Тогда сейчас мы закончим это. Ты вернешься к Инку и доставишь ему очень важное сообщение, ясно? Tell him to stop following me. Tell him if he continues. Скажи ему, чтобы он перестал преследовать меня. Скажи, что если он продолжит... Oh, if anyone can continues, I'll end this pathetic son of a bitch. Черт, если он продолжит, я убью этого саркастичного маленького сукиного сына. О, ничего себе, у меня ниндзя! Ах ты мелкий предатель! Ты думаешь, это для тебя вся шутка? Вы оба, ну-ка вернулись, быстро! И это все? Это все? Это вот такая вот получилась бета-версия игры. Знаете, мне она очень понравилась. Underfell, если ее продолжат, а она вышла всего 6 месяцев назад, если ее продолжат, это будет... наверняка очень большой, классный и офигительный проект. Мы с вами его очень-очень... Вот я лично буду его очень ждать, если он выйдет. Я обязательно его пройду. Ставьте лайк, если тоже ждете этот проект. Я хочу посмотреть, сколько нас. Пишите комментарии по этому поводу. Мне очень любопытно, понравилась ли вам эта игра или нет. Все-таки они очень сильно постарались. Они все это озвучили, сделали разные эффекты. Продумали какую-никакую историю. По крайней мере, для начала она была довольно интересная. Нам показали, что в этой игре будут разные альтернативные реальности. И это интересно. Я еще ни разу не видел игру, в которой бы смешивались разные альтернативные реальности по мотивам Undertale. Хотя я в этом еще новичок. Возможно, я многого не знаю. Если у вас есть что для меня предложить, какая-нибудь игра интересная, вы тоже также можете ее писать в комментариях. А теперь, спасибо вам большое, что посмотрели данный ролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Помните, мы с вами на одной волне. Если я вам понравился, то вам понравятся и другие мои видео, я надеюсь. Удачи вам и пока-пока.